Здравствуйте, меня зовут Руслан Якубов, я тренер по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу в Бука-Джим. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Сегодня мы проводим турнир по джиу-джитсу по правилам DJIF, открытый турнир. То есть у нас есть приглашенные со всего Узбекистана приезжают, и в том числе из других стран. С Киргизии приехали с Киргизии спортсмены, несколько залов. Ну, можно сказать, это статус международного турнира у нас. Как проходят схватки там? Схватки проходят напряженно, сами видите. Очень все многие болеют, как сказать, за своих спортсменов. Ну, это спорт. Всем интересно. Я думаю, это, как сказать, разжигает интерес у спортсмена, у людей, кто не понимает, кто этот вид еще не понимает. Я думаю, будет интересно. Это развитие спорта в Узбекистане. Этот спорт очень развит во всем мире. Это, то есть
США, Россия, Казахстан, Эмираты очень развит. У нас пока он развивается только в начальном этапе. Мы ждем, когда признают наши граждане этот вид спорта и начнут тоже заниматься, что будет больше желающих, больше соревнований, больше спортсменов, больше звезд у нас будет появляться. Все-таки у нас талантливые люди достаточно, талантливые спортсмены. Это прекрасный вид спорта, как раз чтобы их реализовать себя, показать, насколько, ну, свои возможности, красоту борьбы, чтобы они все видели, ну, чтобы все видели и понимали это. Какие клубы активно участвуют? Нынешние клубы в Узбекистане, у нас не так много клубов. Очень известный у нас Узбекистан Топ Тим, Какант Медведь и Animal, Маракант Animal. С Бухары очень много спортсменов хороших. Ну, помимо этого, много начинающих клубов, у которых есть задатки. То есть, ну, видно, что им чуть-чуть не хватает, скоро у них появятся известные спортсмены. Есть какие-то ребята или спортсмены, которые выявили себе этот лучший? Ну, показывают соревнования, показывают, кто выявит. Есть, конечно, звезды у нас в Узбекистане, но на этом турнире они не выступают, потому что они входят в сборную Узбекистана. Мы едем скоро в Абу-Даби на турнир, на чемпионат мира. Поэтому в данном случае они не выступают. Yeah.
Паркинг.
Thank you.
Рахмат, Рахмат.